Мы сознаем, что Иисус сказал, что вы не знаете ни дня, ни часа. Вы не знаете, когда Он придет. И иногда мы такие легкомысленные. Сидим где-то, просматриваем новости, позволяем себе расслабляться. Но что, если Он действительно придет сегодня? Мы должны жить так, чтобы когда бы Он не решил прийти, мы ждем Его. Мы ждем Его серьезно. Мы в этом смирении, мы в этом благоговении, мы в этом жажде по Нему. Пусть Бог нам поможет. Твои, хочу быть сердцем.